Удобно, быстро, комфортно довезет пассажиров из пункта А в пункт Б такси. Этот вид транспорта пользуется популярностью, однако таксисты должны помнить, что их деятельности уделяется большое внимание ГИБДД. Госавтоинспекторы совместно с сотрудниками Минтранспорта региона провели совместный рейд по безопасности перевозок граждан в легковом автотранспорте, в частности водителями такси. Подобные профилактические мероприятия проводятся регулярно, ведь таксист обязан соблюдать ряд важных правил, дабы довести пассажиров в пункт назначения не только в комфорте, но и не создавая рисков для жизни и здоровья во время поездки. И помимо разрешения на осуществление данной деятельности, необходимо наличие ряда других не менее важных документов и атрибутов. Основное внимание будет уделяться наличию в транспортных средствах детских удерживающих устройств, их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров, нанесению цветографической схемы легкового такси, чтобы она была нанесена законным способом, и о соблюдении правил дорожного движения Российской Федерации водителями данной категории транспортных средств. Внешняя атрибутика и прохождение предрейсовых медицинского и технического контроля, наличие разрешения на данную деятельность. В ходе рейда госавтоинспекторы проверили более 40 транспортных средств, выявили 5 нарушений. Здесь и случаи с отсутствием разрешения, и несоблюдение правил дорожного движения, управление авто водителем, не пристегнутым ремнем безопасности и многое другое. Как известно, распознать такси можно по соответствующей цветографической схеме и так называемым шашечкам на автомобиле. Однако некоторые водители наносят эти обязательные элементы, не имея разрешения на коммерческую перевозку людей. А ведь нужно помнить об административной ответственности, говорят госавтоинспекторы. Бывают случаи, когда наоборот элементов нет, распознать водителя так называемого таксиста практически невозможно, если только пассажир не проболтается. Вы как на этом автомашине едете? Приложение «Сити Мобил». Вызвали по приложению сети номер, да? Как на такси, да? Да. Ясно. Сейчас буквально 5 минут мы с вас объяснение возьмем и будем с водителем разбираться. Я доеду до точки-то. До точки в таких случаях пассажир рискует вовремя не добраться. А вот сценарий развития событий для лже-таксистов совсем неприятный. Автомобиль увозит эвакуатор на штрафстоянку. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.